86 комбинированных дорожных машин, тракторов и погрузчиков будут работать на территории округа, обеспечивая уборку одинцовских дорог от снега. На зиму заготовлено более 8 тысяч тонн противогололедного материала. Этого должно хватить. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов лично проверил исправность и готовность техники к работе. Он отметил, что ускорить очистку пешеходных зон и тротуаров после больших снегопадов поможет специально приобретенная новая техника. Компания приобрела специальные роторы, которые позволят также механически быстро убирать тротуары, чтобы наши жители не страдали, когда после утренней уборки идут на работу, спешат к электричке или к автобусной остановке, им приходится перепрыгивать через такие большие снежные сугробы. После смотра техники, прошедшего на базе Одинцовского ДРСУ, состоялось обсуждение рабочего плана по уборке дорог в зимний период. Снег уже выпал, а значит, дорожные службы должны находиться в постоянной готовности. В завершении встречи Андрей Иванов поздравил собравшихся с днем работника дорожного хозяйства и наградил благодарственными письмами лучших сотрудников одинцовских предприятий. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».